соревнованиях, немножечко запоздали. Сейчас пока проехали лайт по разу. Участники, судьи, машинки. Тут Васин прадик тарахтит потихоньку. Стартан. Взаимопомощь сразу. Так, старт был дан. Посмотрели. Вначале не получилось. Так, одну эту он сорвал. Так, заехал, все четко. Ух. Красиво-то что. Песочек-то, конечно, коварный сразу. Так, еще одна попытка с разгона. Первому вообще всегда тяжело. Я не представляю ощущения его. Ох ты как. Контент идет. Сейчас там они в раздумьях, что сделать. Пыжик, как понимаю, на блоках. Все как надо. Назад уже не едет. Тут, скорее всего, уже пора лебедочку вставлять. Работа штурмана начинается полным ходом. Крюк. Так, сейчас пока нажмем на паузу, потом как зацепит. Вот штурман крюк уже вставляет в землю песчаную. Ее еще, кстати, может и нифига не хватить, чтобы протянуть. Еще надо место найти. Песчаном грунте нормально. Так, пока ждем с паузы. Так. Ну вот как я и говорил, получается еще нужно найти место, чтобы зацепиться. Крюк как бы штурман уже вставляет не первый раз в землю. Ну как земля-то, тут один песок. И этого, конечно же, мало, чтобы вытащить машину такого положения. Так, уже штурман предпринял попытку закрепиться за верхний слой. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. Даст ли это нужный эффект, либо нет. Мне кажется, он тупо сейчас сдвинет перед ему сторону, и там еще опять придется выдумывать что-нибудь. Вот тут тем временем происходит 4 ВД, проверяет трассу, пес ищет палочку. Ну, машину стянуло на лебедке в другую, в какую-то сторону ненужную. То есть это вот для примера трасса только начало, и уже прям очень хорошие трудности возникают. Принято решение раскачать машину и, скорее всего, попробовать еще раз. Уже чуть ли не загнул палочку.
Сейчас будет, наверное, ходиком еще раз пробовать. Не знаю, что мы там увидим, не увидим. Людей много стоит. Все на изготовке. Дубль 2-3. Первый раз было, что лебедка вообще не за чего зацепиться. Пригнали крузака. Наверх поставили. Сейчас вот будут стартовать. Может быть, в этот раз вообще с третьей попытки он и сам залетит. И без всяких лебедок, будем надеяться. Сейчас тут 100% только камеру уберешь, и они поедут. А вот судья Андрюха Лаганский бежит. Сейчас будет давать отмашку по секундомеру, все как надо. Так, старт был дан. О! Вот и залетел, даже без всяких лебедок. Но был, да. Но было прям так опасновато на боку. Жалко, что издалека снимаем. Но вид-то был там прям очень прекрасный. Антон? Что, ты заснял хоть кадр-то такой? Так, там он раздиагоналился. Блокировки не видно, чтобы гребла, но, видать, чуть-чуть можно. О, пошла жара. Оба. Там главное еще не сломать палку. Там еще песочек злочастный. Разгона нету. Надо было ему сразу как-то ходиком умудряться успевать. Что он в работе весь в поту. Сейчас пока вымотает, смотает. Сейчас пока на паузу. Бедку решили тянуть как-то через бок. В ту сторону там как раз машина стоит. Вот она, на лебедке. Сейчас будем смотреть, получится ли это вообще идея, либо нет. Машина идет. Здесь тросом прямо чуть не срезает. Так, здесь происходит движ. Еще на бок. На бок фигачит. Нифига это не помогает. Сейчас попробует с разгончика. О, почти,
еще надо разок так попробовать. Давай, опа! Ну и тут-то все, лебедка уже. А он пророет сейчас его нафиг. Во! Вот это вот красота! Но тут уже... Что теперь? Не ведись! Данил, ты сейчас отъедешь на час. Если заметишь, вот подойдет человек, вот я пусть машину поедет, хорошо? Проводник он снимает. Так, прилепились. Все нормально, вышел. Так, ну и тут сейчас самая будет веселая горка, походу, из всех. Будет тут сюда заезжать. Вы на перегонки или кого? Ваня победил, конечно. Так, лебедку сматывает штурман. Сейчас будем смотреть, что здесь получится. Сейчас будет прям подъемчик такой очень хороший. Камера, как обычно, навряд ли это все передаст. О, ну сейчас разгона должно прям нормально быть. Либо, возможно, просто лебедки поедет и не будет уже рвать. Хотя, как вариант, можно было ему попробовать залететь, но грунт очень песчаный. Прокапывает он побольше, чтобы было. Заднее колесо правое в отрыве. Все, говорят, что уже привода нет. Сейчас чисто, скорее всего, на заднем. И на одной лебедке, возможно-то даже ему и не хватит вытянуться. Жалко, когда такие поломки происходят. Все, затком зацепился. Походу Лефа переднему приводу пришел кобздырь. Лучше его.